настоящее время производится снос самовольно возведенных построек по адресу Дмитровское шоссе, владение 119, это бывший плодово-овощной рынок. Значит, по решению, соответственно, окружной комиссии по пресечению незаконного строительства на территории города Москвы. Вот, буквально позавчера мы приступили к работам, соответственно, привлекли большое количество техники, рабочих, автомобильных дорог Северо-Восточного округа. Просто если обратить внимание, да, все машины, с которых непосредственно происходила торговля, в каком они состоянии, что под ними, соответственно, видели собаки, кошки, крысы и так далее. Вот, наверное, больше всего, наверное, это людям и не нравилось. В том числе запахи, которые шли, вот, близлежащие дома.